5 раз минимум дороже. Сколько у вас примерно такие в Хабаровске стоят? Сейчас еще, друзья, расскажу вам пару секретов, так что обязательно досмотрите до конца это видео. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, я 5 лет живу в Турции и готов поделиться своим опытом, чтобы избавить вас от ненужных хлопот и уберечь от лишних затрат. Я нахожусь в Алании, и тема сегодняшнего видео – это покупка обуви здесь же, в Алании. Таких магазинчиков достаточно много по всей Турции, поэтому, я думаю, это видео будет полезно. Итак, начинаем с описания, где же это все находится. Потом мы посмотрим, что почем, и посмотрим разнообразие товара. Ну и, естественно, поделюсь всякими секретиками. Так что обязательно досмотрите до конца. Если это видео будет вам полезным, то, пожалуйста, поставьте лайки и поделитесь со своими друзьями. Смотрите, друзья, мы сейчас пойдем в магазин, в котором я уже неоднократно был. Год назад я покупал свою обувь, в которой я сейчас нахожусь в магазине. Мне сейчас нужно обновление гардероба, и я вам покажу, как это все происходит. Вот, к слову. Вот так выглядят эти мокасины. За моей спиной де-факто. Это магазин в центре Алании. Вот вы можете посмотреть, вот, как он выглядит. Вот такой вот логотипчик. Улица Ататюрка, центральная улица. И буквально где-то в 120 метрах магазин Вайкики. Тоже очень известное место. Многие наши отдыхающие там покупают всевозможные текстиль, одежду и так далее. А сейчас мы приближаемся к пешеходному переходу. Я вам покажу, как добраться до магазина, в который я вас веду и буду сам приобретать там обувь. Начнем мы с того, что вот мы прямо возле рынка. И я буду вам планомерно показывать, как пройти магазинчик. Вот курс валют, чтобы вы понимали. Фунты 90. Шведские кроны 0,8. Нас интересует российский рубль 0,09. Вот. Доллар 7,2. Евро 8,5. Ну, соответственно, можем представить, что сколько стоит. И вот идем прямехонько, после того, как повернули, идем прямо-прямо. Вот и этот магазин долгожданный. Сейчас мы посмотрим все планомерно. Это один магазин и этой же сети. А вот второй. Каратай называется. Сейчас посмотрим, кто здесь. Потому что и год назад я здесь был и покупал обувь. Мерава, мерава. Вот, друзья, я захожу. О, знакомые все лица. Целый год проходил в твоей обуви. Отлично, отлично. Как вам вообще здесь местная обувь? Ну вот только приехали, специально приехали, в Ютубе посмотрели, вот сейчас еле нашли. Ага. Ну как вообще качество обуви, как сервис? Сервис отличный, да, качество пока не знаем. Только начали. Только начали, да. А вас как зовут? Марина. Марина. Марина, как долетели? Отлично. Отдыхается хорошо? Да. Можно лететь отдыхать в Турцию? Конечно. Да? Конечно. Хорошего вам отдыха, Марина. Спасибо. Ну что, друзья, пойдем смотреть. Начнем со второго этажа, потому что там мужская обувь. И будем сейчас смотреть, что почем. О, тут и ремни есть. О, началось. Вот оно, ремни. Это очень хорошо. И, насколько я знаю, примерно здесь все по 100 лир, иногда даже дешевле. Вот 69 лир, лакированный. Кожа. Это кожа? Да, кожа. Это кожа. Отлично. А какой самый дорогой ремень? Самые дорогие, да? Да. Ага. Ну... О, да, чувствую. Сейчас для того, чтобы понимать, хорошая кожа, нет, ну, во-первых, можно по запаху, а во-вторых, можно поджигать. Вот. Да, вот. Да, да, сейчас, да. Сейчас. Я правильно зажигаем, говорю? Зажигаем, зажигаем. Я правильно говорю? Нет, давай, давай, нет, подожгем, друзья, проверим. У нас на самом деле качество все на 100. Если говорим кожа, значит кожа. Она не должна плавиться, не должна, да, гореть. Она вот как бы подожгли. Так вот и, в принципе, после этого ничего не должно оставаться. Вот. Не, я смотрю, могу все. Любой материал могу сжечь. Можно поджечь все. Сейчас подойдет. Да, да, хорошо. Security Dream. Ну что, друзья, давайте сейчас буду показывать вам, а потом уже себе выберу. Значит, вот кроссовки.
Кроссовки стоят 179 лир. Ну, вот. Качество, соответственно, того денег стоит. Это кроссовки, это нет вода, нет проблем. А, не впитывает воду, это, да? Это модель нет вода, нет проблем. Вы откуда приехали? Из Москвы. Из Москвы. Какие цены в Москве и какие здесь? 5 раз минимум дороже. 5 раз дороже? Да. Ого. Ну, пожалуй, вот эти мне пока больше всего нравятся. Вот как тебе вот эти? Нравится? По-моему, неплохие. Если что, подгоните мне под да, меня, да? Да, у нас есть аппаратура, да. Там дополнительная, если что, можно. Сколько это стоит? Это 170 лир. Угу. И кожа настоящая, да? Натуральная кожа. Да, все, вот такую я возьму. Давай. Это кожа, да? Кожа натуральная. Натуральная, да. Вот тебе покажу. Ага. Давай поджигать будем. Зажигаем! Зайд, поджигай. На, смотри. Ага. Когда лучше покупать зимние вещи? Подешевле, у нас и так все дешевле. Допустим, у нас зима стоит 270 лир. Ага. Зимний. С мехом. Допустим, мне с натуральным мехом, толстым мехом для себе, допустим, Якутия, допустим, Сибирь. Ну, под 40, под 60. Толстым мехом. Угу. А есть такой с тонким мехом, она стоит 270, 250, 280 лир. Ну, сейчас я покажу. Давай, тогда пойдем смотри. Ну как у меня вам выбор? Очень по-разному. Сколько здесь примерно пар на выбор у вас есть? Около 6 тысяч. 6 тысяч пар? 6 тысяч. Офигеть. Пар. Какие самые дешевые, самые дорогие цены у вас? У нас от 100 до 600, 700. От 100 до 600, до 700, да? Давай в двух словах про модельный ряд скажем. Пожалуйста. Значит, что? Вот женский. 239, я смотрю. Да. Натуральная кожа, ортопедия. Угу. Отдел пошел. Угу. Дальше. Все, что видите здесь, натуральная кожа. Откуда вы приехали? Хабар. А? Россия. Из Хабаровска. Нормально долетели? Приморский край? Сутки летела. Сутки летели. Два самолета. Ого. Себе. Да. Чтобы до нас добраться, да? Люди летают два сутка. И только прилетели сюда в магазин, да? Нет. Нет? За 4 дня загорают. Только потом. Ну, а... Если сравнить. Вот, например, такие туфельки, вот они здесь 119 лир стоят. Сколько бы в Хабаровске такие стоили? Не знаю, тоже ну, это кожаная. Вот, допустим, вот у него на ногах, которая, она кожаная. Она стоит, по-моему, 240 лир, да, если не ошибаюсь. Вот они ценники. Не знаю. Вон она. 200 лир стоит. Это натуральная кожа. Все видишь, пока вы прощите. Мягкая. Ну, стоило бы дороже. Да, да, вот. Видишь? Дороже, да? Они действительно хорошие. Ну, вы разбираетесь, да, в коже? Ну, в кожаной, да? Конечно. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Аня, очень приятно. Ань, ну, скажите свое незаангажированное мнение. Вот я вас впервые увидел. И давайте вот скажем вот незаинтересованного лица выводы об этом магазине. Большой ассортимент. Ага. Это пока все, что могу сказать. Много обуви. Глаза разбегаются. Цены симпатичные. Цены симпатичные, не сильно дорого. Спасибо большое. Покажем со стороны. А сколько, кстати, чемоданы стоят? 200 лир стоят. Ага, 200-250. Окей. И вот это тоже ваш же магазин, да? Вот в нем-то я не был. Давайте показывайте теперь. Вот. Здесь зимняя коллекция. Зимняя коллекция, хорошо. Сапоги все кожаные, натуральным мехом, короче. Угу. Натуральная кожа, натуральный мех. Угу. Скажу честно, я в женской обуви не особо разбираюсь, вот такой вот зимний, но мне нравится то, что здесь огромный выбор. О, а вот это что такое? Это тоже кожа, натуральная кожа, ага. Мягкая, 300 лир. Натуральная очень кожа. Мне напоминает этот логотип какой-то. Это бульдозер. Это здесь производится бульдозер? Да. Да? Да, конечно. Это же мировой бренд. Да, богатый. Тоже с мехом. Угу. Они не скользкие. Понял, да? Хороший протектор. Пойдем посмотрим, что на втором этаже. Здесь везде прохладно, на улице достаточно жарко. Что говорит о том, что не жлобятся на электричество. А здесь уже такая демисезонная зимняя обувь. Давайте я вам покажу. Так, ну что, давай презентовывай. Здесь я еще не был. Натуральная кожа, зима. Прям натуральный, мех натуральный. Так. Вот тоже. Натуральная кожа. Натуральный меха. И мягкий. Угу. Цена 189,90 лир. Угу.
Хорошая, хорошая. А вот такие вот почем? 269, очень хорошие. Да. Это ноутбук? Да, да, ноутбук. Ноутбук. Мне вот эти вот понравились. Вот эти сколько стоят? Вот этот? Да. Это стоит 140 лир. 140 лир? Кожано, да. Вот этот стоит 199 лир. Ого. Натуральная кожа. Угу. 270 лир. Она не скользкая, все боковой прощитель. Да. Ну что, друзья, идем. Ортопедические, натуральная кожа, это платформа тоже кожа. И почем? Стоит 170 лир. Угу. Вот такие модели. Сколько стоит? Это стоит 100 лир. Это же не кожа, это эко-кожа. А, эко-кожа. Вот, вот смотри, здесь все шлевки. Вот все натуральная кожа. Вот. Вот все, что видите, натуральная кожа. Есть пальчиком. А вот без пальчика, но такого плана, ну кожаная что-то. Тоже кожа. Вот они, кожа, все без пальчиков. Вот сандалики, вот эти задики. Ага. Это все кожа натуральная. Размер у нас, размер у нас, кстати, от 37 мужские до 48. Хороший размерный ряд. Женский от 35 до 43. Про детский расскажи, пожалуйста, потому что у меня очень много подписчиков спрашивают про детскую обувь. Детский, смотрите, ортопедический. Вико, название фирма Вико, местный, очень известный и очень качественный, надежный. У них там кроссовка, сандали. 99 лир, 100 лир фактически. Они что, это ортопедические стирка у них там? Не знаю. Нет. Вот это, посмотри, по-моему, не ортопедический. Не-не-не, ортопедик. Ортопедик? Конечно. Это Вико все счет ортопедия, вон оно. Ортопедия. Вот и ноутбуковые детские. Да. Так, ну вот, друзья, за моей спиной отдел, где продаются сандалии и зимняя одежда. А сейчас мы вновь подходим к самой центральной части. И называется, еще раз напомним, Каратай. Здесь на многих туфлях даже написано их фирменный знак, вот Каратай. Так что можете запомнить и приходить именно на логотипчик. Теперь по поводу того, что же есть с детской обувью. Вот, вот есть ортопедическая обувь, да, это правильно, это ортопедическая обувь, да? Сколько она стоит? Вот смотри, натуральная кожа. 120 лир, натуральная кожа. Ага. Вот видишь, ортопедия. Кроссовки, все в Вику, ортопедия. Ага. Ну что, уже выбрали что-нибудь? Ну вот все, вот те же я беру. Да? В них пойдешь? Да, в них пойду. Удачи. Вот тоже кожаные, ортопедия. Пойдем. Дальше. Вот эти маленькие все, вот Вика, почем? Они стоят 100 лир. Три обычно. 100 лир. Нехорошие. Да, хорошо, он гнется. Много не потеет. Они очень, ну, достойный товар на самом деле. Вот. Тоже кожа, ортопедия. Тут 36 размер. Детский, вон она кожа. Ну, для школы, там, липучек, там, много детей не любят уже там раздеваться, шнурки. Вот тоже Вико, 200 лет. Натуральная кожа, все боковой прощите, двойной. Здесь тоже название ортопедия. Вот видишь, пятка. Это, ну, даже от Министерства здравоохранения, это у них есть лицензия, короче, есть вот выше пятка, сандалики. Ну, у нас еще будет поступление, конечно, товар. Сколько вот эти стоят? Это стоит 170 лир. Натуральная кожа. О, тут уже кто-то напокупал всего. А вот и моя кучка. Давай буду тогда расплачиваться. Вы видите, что очень многие здесь покупают в соответствии с тем, что им нужно. То есть есть и кожаные, и ортопедичные, и всевозможные. Кстати, и зимние, и летние, и сумки, и ремни. Вот. Сумки, кстати, про сумки. Скажи, пожалуйста, да, что почем? Оригинально пола, да? Сколько стоит? Ну, они от 130 и выше. Выбор много. Сумка кожаная. Вот такая. Сколько стоит? Этот стоит... Это кожа натуральная. Кожаная 299. Да, у нас все оригинальные, то есть не поддельные, не заменители. А вот на то обратил внимание, она хоть и не кожаная, но это зато... материал сделан как тряпочный, непромокаемый. Короче, берем все. Потому что если уже ходить в магазин, то уже покупать все. Постоянно приходят все новые люди, это радует. Давайте, будем считаться. Так. Вот. Так. Вот. Без 0,
можно наличка. И налом, и без налом, да, я знаю, ну да, вы же знаете, это удобно. Можно и налом, без налом, потому что они многие приезжают с карточкой. Например. Стоят... Так, это вот сколько это получилось у нас? Давай 1100 округляем. 1100, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1100. Доволен? Доволен, очень нравится, буду рекомендовать. Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто пишет мне в комментариях свои мысли, делится полезной информацией. Ну а если у кого-то возникают вопросы, то обязательно проходите в описании к этому видео, там есть вся информация, как со мной связаться. Да, друзья, еще раз хотел сказать, что если это видео вам будет полезным, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями, кто интересуется Турцией, и обязательно делитесь своим опытом, потому что я, может быть, что-то пропустил, может, что-то не точно сказал, я же человек, поэтому поправляйте, дополняйте, ну и пользуйтесь информацией, которую я накопил, живя в Турции 5 лет. Надеюсь, что вам это будет все полезно. Все, отлично, спасибо большое, дорогой. Вот, пойдем дальше. Друзья, вот эта обувь приехала с фабрики. Это как сигнальчик, что минимум всяких накруток. Прямо с фабрики все везется, здесь и продается. Вот в таких больших коробках. Потом фасуется по маленьким. Made in Turkey. Да. Каратай. Красными буквами написано «Обувь». Мужская, женская, зимняя. И я думаю, вы не промажете. Ну а теперь настало время сказать секретики всякие разные, чтобы вы могли получше торговаться. Это ведь Турция. И показать вам авто... станцию уже непосредственно сблизи, чтобы вы визуально могли сориентироваться. Друзья, я скажу так, что здесь для того, чтобы что-либо покупать, всегда нужно держать в голове, что вы находитесь в Турции, и торговаться здесь не зазорно, тем более в магазинах. А что касается этого магазина, то я уже не первый раз здесь приобретаю обувь. Вот та обувь, которая на мне, я ее приобретал год назад и ношу, не сожалея о сделанной покупке. Качественно, и цены очень даже вменяемые. Что касается цен, теперь секретики. Знаю не понаслышке, что в этом магазине накрутки небольшие, потому что они сами производят. И хоть это и в центре города, там, где, казалось бы, туристическое место, здесь очень много турков приобретает обувь. Поэтому можно сказать, что нормальная цена. Когда смотрите на цены, сразу можете понимать, что 5-7, ну 10% вам сделают скидку. Автовокзал, вот отсюда вы сможете доехать во все ближайшие точки. Это вам как ориентир. Вот остановка называется Джума Базары, Аланиум, вот этот автобус, этот Санаи, то есть центр, да, тоже до Пятничного базара. Это у нас и в Тосмур идет, и в Кыргыджак. И вот прямо вот от этого места виден наш магазин. Вон. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот магазин. Если вы его посетили, если у вас есть какие-то еще соображения, где какие магазины были бы интересны вашему вниманию, тоже пишите. Ну и, естественно, жду от вас пожелания. Какие еще обзоры хотели бы увидеть и какая информация вас интересует. Ну что, друзья, огромное спасибо за то, что досмотрели это видео. Ставьте обязательно лайки, делитесь этим видео, пишите ваше мнение и приезжайте. Тем более, что сейчас очень хорошая цена на недвижимость. Это так, ремарка, умолкаю. До встречи, пока. А что самое дорогое у вас? Зимнее, да, наверное? Это самое дорогое здесь я. Хорошо, да.